Всем привет, с вами Андрей Сонар, и сегодня я продолжу отвечать на ваши вопросы, которые вы задаете тайм-триалу. Предыдущий ролик с ответами получил много положительных отзывов, и мы решили выпускать подобные ролики теперь регулярно. Но вначале я хотел бы поговорить на очень важную тему. Дело в том, что конструкторский отдел тайм-триала очень мощный, очень работоспособный, и в данный момент он опережает производство. То есть производство не успевает за разработками конструкторского отдела. Из-за этого, к сожалению, многие наши конструкторские разработки поставлены или в дальнюю очередь, или вообще отложены на неопределенное время. И только вы, наши дорогие зрители, можете решить судьбу той или иной разработки. Что ж, придется выдать некоторые секреты конструкторского отдела. А может, не надо? Ну, всех секретов я, конечно, не выдам, но словесно или, может быть, с картинками я опишу наши новые разработки. Итак, рыболовная лодка на базе структуры Веги. Именно на базе структуры, то есть это будет лодка, у которой такие же овальные баллоны, также будет идти днище, также будут идти штевни, только она будет шире, она будет достаточно длинная, она будет даже длиннее Веги двойки. Она будет под распашные, точнее под парные весла. На ней будет установлен сзади транец, чтобы можно было повесить моторчик небольшой мощности. В общем, это будет рыболовная лодка, которая может напоминать по внешнему виду стандартные стеклопластиковые лодки. Например, такие лодки, как Пелла. По нашему мнению, эта лодка будет иметь очень много положительных качеств. Например, большой объем кокпита, очень хороший ход под веслами или очень маленьким моторчиком. Это даст возможность эффективной эксплуатации такой лодки в тех местах, где запрещен лодочный мотор. Если вам интересна такая лодка, пишите в комментариях. Следующая разработка. Полноценная моторная лодка под достаточно мощный мотор, в среднем 15 лошадиных сил. Ее отличительные особенности. Баллоны особой формы. Баллоны очень узкие, очень высокие, позволяющие сделать очень широкий кокпит. Такого соотношения ширины баллонов к ширине кокпита нет ни у одной лодки. Это будет очень вместительная лодка. Мы подготовили всю документацию для ее производства, но на данный момент проект остановлен из-за того, что он потребует достаточно много ресурсов на производстве. Но если вам интересна такая лодка, пишите в комментариях, и мы, возможно, возобновим ее разработку в ближайшее время. Еще одна разработочка. Очень легкий грибной катамаранчик. Фактически как замена байдарки единички, двойки, но это будет полноценный катамаран с поплавками. Поплавки совершенно особой формы. Они будут сделаны из ТПУ. Будет сделана специальная алюминиевая рама, очень легкая. Это будет фактически несколько трубочек, два поплавка, очень легкий вес, очень хорошая ходкость. Все дело в волшебных пузырьках. Все дело в интересной конструкции поплавков. Могу рассказать поподробнее. Я тебе расскажу поподробнее, конкуренты не дремлят. Следующая отложенная разработка. Фиш-каяк на базе сварного корпуса. Сначала мы планировали это сделать на базе аргона, но мне это не понравилось из-за того, что хочется чего-то помореходнее. Поэтому корпус будет похож на корпус лэшки, корпус экспедиционной советской лодки. Гоночная надувная моторная лодка. В России проводится ряд соревнований, где спортсмены гоняются на надувных лодках. И вот как раз вот для таких соревнований мы подготовили одну лодочку. Тем более, что у нас в компании сейчас работает человек, который является гонщиком на вот таких вот гонках. Лодочка очень интересная, но опять же она сейчас отложена из-за дел насущных. Простой маленький катамаран, сделанный с поплавками из аэрдека. Такая тема уже есть за границей, и, соответственно, нам несложно сделать такое. Это не будет чем-то таким новаторским, тем не менее, это можно сделать просто и быстро. Ну а теперь долгожданные ответы на ваши вопросы. Погнали! День добрый! Спасибо за ответы в первой серии. Вопрос по Веге. Почему тайм-триал упорно устанавливает дно ниже баллонов, снижая тем самым устойчивость в угоду кокпита? Если речь идет о планируемой перестройке лодки под рыбалку и мотор, данная конструкция крайне неустойчива. На самом деле Вега является очень устойчивой лодкой. Если мы, например, возьмем и донышко поднимем по уровню баллонов, делая большую эффективную ширину опоры, то мы сразу потеряем скорости. У нас Вега получится где-то на уровне щукаря по скоростным данным. Но Вега из-за своей формы днища
Во-первых, она очень остойчивая. Вот попробуйте перевернуть. Вот этот вот расширяющийся корпус, он не даст лодке перевернуться. Во-вторых, такая форма, она наиболее хорошо приспособлена для скорости. Поэтому Вега и является очень быстрой байдаркой на уровне каркасников. Рыболовная лодка будет, конечно, шире. Ширина днища у нее будет более 70 сантиметров. И поэтому никаких проблем со стойчивостью у нее не будет даже близко. Вопрос о вклейке днища по двум линиям. Насколько это целесообразно? Неоднократно отмечено пользователями и практиками, что данный вид вклейки значительно повышает жесткость конструкции. Значит так, вклеивание днища по двум линиям, это значит вот по низу и по верху, оно целесообразно там, где жесткости действительно не хватает. Если конструкция лодки уже сама по себе жесткая, то ей такого вклеивания не нужно. У вклеивания днища по двум полосам есть и недостатки. Создается перенапряжение в местах вклейки, и поэтому если лодка начинает там сильно играть на хорошей волне, там могут быть довольно критичные уровни напряжения в ткани. Поэтому вклейка на две линии целесообразна только там, где она нужна. То есть, если нужно увеличить жесткость лодки. Вот, кстати говоря, у Веги днище вклеено именно по двум линиям. Первая линия идет сразу между баллоном и днищем, а вторая — это вот эти вот боковые детали, которые создают все обводы лодки. Они являются как раз второй линией приклейки. И поэтому конструкция получается у Веги очень жесткая. Вопрос по новому катабайду. Какие параметры планируются к производству, если можно побольше конкретики, вес, габариты? Ну, на самом деле, вес нового катабайда, это сварной катабайт, он не будет сильно отличаться от тех катабайдов, которые сейчас производятся. Просто изменится структура баллонов, изменится их разбиение на секции. А весовые и размерные характеристики останутся примерно такими же. Планируется линейка семейных лодок или байдарок от 5,5 метров, поскольку меньшая длина не позволяет комфортно разместиться для продолжительного похода. Такие лодки, они достаточно редкие. И они у нас есть, например, Катабайт четверка или серия варваров-щукарей четверок. Они не серийные, они штучные. Обращайтесь в Time Trial, вам сделают лодку любой нужной вам длины. Вопрос про Вегу. Имел опыт сплава с женой на Хаттонге Экспедишн. Ну, очень тесно, хотя мы не особо высокие. Я 180, жена 158. Вещи приходилось класть или за собой, или посередине. Очень мешала несъемная дека. Теперь я побаиваюсь смотреть на Вегу 2, у которой деки нет, но примерно тех же размеров. Я прав, и лучше брать Вегу 3, или просто беру слишком много вещей с собой? Тут я ничего не могу сказать по поводу того, сколько вы вещей берете, поскольку я не видел, сколько вы вещей берете и насколько оптимально вы их упаковываете. Размер никогда не бывает лишним, а длина бежит. Чем лодка длиннее, тем у нее выше скорость. Поэтому если вы ощущаете, что вам маловато места, то можно заказать для, допустим, двоих троечку. И это будет оптимальным решением. Но, в общем и целом, Вега, она очень вместительная сама по себе. У нее кокпит шире, чем у большинства надувных байдарок. Я вот между собой, между коллегами, Вегу часто называю баржей, потому что лодка реально очень-очень вместительная. У нее просто огромный кокпит для ее габаритов. И при этом она очень скоростная. Петров вылизал гидродинамику до идеала, поэтому, как я говорил в прошлом выпуске ответов, Вега идеально, и в ней ничего не надо менять. Добрый день. Почему на Веге, даже на тройке, только по одному боковому баллону? Вы не думали разделить каждый на два отсека, так как это много уже где есть? Это явно повысит ее непотопляемость. Дело в том, что баллоны Веги, они овальные. Внутри стоит продольная перегородка. И при такой конструкции разделить баллон поперечной перегородкой будет очень сложно. Если вы взглянете на то, как выглядит Вега, то увидите, что снизу баллоны защищены днищем, а сбоку, практически по большей части диаметра баллона, они защищены вот этими вот боковыми поверхностями, которые образуют сами обводы лодки. Поэтому баллоны очень хорошо защищены практически от любого воздействия. Пробить баллон на Веге чрезвычайно сложно, поэтому структуры 2 баллона плюс днище более чем достаточно для большинства ситуаций. Приобрел Вегу 1. Воздушные клапаны в ней расположены у самой задней деки. Стравливающие вовсе запрятаны
глубоко внутри, под декой, в самом конце, так что к ним не подобраться. Почему принято такое решение относительно их размещения? Полагаю, они должны быть где-то в центре лодки, что называется под рукой, для удобного обслуживания. Ну, начнем с клапана днища. Располагать его по центру нехорошо, и вот почему. Сам клапан, он только сверху плоский, а внутри он находится в достаточно объемном, вот такого примерно размера, стакане. И если мы этот клапан поставим там, где находится сосредоточение нашей массы, то при наезде днищем на какое-либо препятствие этот самый стакан может повредить ткань. Соответственно, клапаны бортов мы ставим примерно там же, чтобы обеспечить удобство сворачивания лодки. Если клапаны находятся близко к оконечности, причем все клапаны, включая донный, то такую лодку очень легко сворачивать с противоположного конца. Воздух будет выходить сразу из всех клапанов, и это на самом деле очень удобно. Вопрос о веге. Раньше Time Trial устанавливал сливную трубку в корме, и это решение, на мой взгляд, идеальное, так как позволяет вылить всю воду, а прочистить трубку не составит труда. Отверстие в деке расположено далеко от самого края лодки, что не позволяет слить всю воду, да и сам процесс, чувствую, будет неудобен. На самом деле все наоборот. Было время, когда сливной штуцер ставился практически у конца штевня, но это было не оптимально, потому что там сходящиеся вместе баллоны, и этот штуцер снизу под полудекой был перекрыт, и там собиралась грязь, и это как раз было не оптимально. А вот как раз отверстие, находящееся в оптимальном месте, где ему не мешают эти самые сходящиеся баллоны, оно как раз и будет работать идеально и надежно будет сливать всю воду. Ну и отсутствие каких-то дополнительных трубчатых элементов, а просто отверстие, это экономит вес, улучшает надежность и упрощает обслуживание. Если будет возможность, в будущих видео расскажите, пожалуйста, о спас-жилетах, о страховочных жилетах и одежде для сплава. Смотрю на ютубе, сколько героев гребут без спасиков и в болотных сапогах. Спас-жилет, как и тормоза, придумали трусы. Ха! Спас-жилет придумали трусы. То, что многие ходят без спас-жилета, это плохо. Спас-жилет должен быть с собой обязательно. Я думаю, это как раз тема для грядущего семинара, который устроит наш уважаемый Сергей Петров. Там будет рассказано обо всем, что нужно делать на воде. И экипировка, и методы гребли, и многое-многое другое. Но опять же повторю, спас-жилет всегда нужен. Одежда должна быть такая, что в случае необходимости ее можно было бы легко скинуть. Советую посмотреть ролики про спас-жилеты, которые есть на канале Time Trial. Там есть очень хорошие модели, продуманные профессионалами. Недавно видел ролик, в котором на покрафте спутник вертикально нырнули с плотины. Получится ли у меня такое? И вы туда же? Скажите мне, пожалуйста, вы готовы повторять трюки, которые делают профессиональные каскадеры в голливудских фильмах? Там, на машине в стенку врезаться, там, с самолета без парашюта выпрыгнуть, там. Так вот, данный трюк на видео, он из этой серии, сделан профессионалами. Профессионалы исследовали все-все-все аспекты вот этого вот препятствия. И после этого совершили этот трюк. И при этом они, безусловно, рисковали. Если что-то не так, если параметры этой плотины, этого водопада хоть немножко были бы по-другому, другой уровень воды, другая скорость течения, это могло бы закончиться смертью. Поэтому категорически не советую вам повторять такое. Да, покрафт он не разорвется, не утонет, ничего с ним не случится. Он для этого, можно сказать, создан. Но вы для этого, наверное, все-таки не созданы. Поэтому оставьте это трюкачество профессионалам. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, подробнее про кабот Уран-Ф с килевым НДВД, надувным днищем высокого давления, или аэрдеком. Как конструктивно устроено днище, если не секрет, до какого давления его накачивать и в каком порядке лучше качать лодку? Будет ли лодка вести себя так, как плоскодонная при ненакачанном киле? И можно ли ее эксплуатировать в таком варианте? Давление в аэрдеке, оно примерно 0,8 атмосферы. Можно немножечко больше вбить, но значение это не будет иметь. Порядок накачивания обычно такой. Сначала накачиваем по кругу там все баллоны, все фальшборта, а потом накачиваем днище, потому что оно же подвижное. Поэтому очень важно поставить его в единственно правильное положение. Что касается конструкции днища, то там нету вот этого вот отдельного надувного кельсона. Эта килеватость, она задается прямо в листе аэрдека. Это сделаются специальные разрезы, вклеиваются специальные детали. На это уходит больше аэрдека, чем на плоское днище. Поэтому
само по себе это днище более дорогое. Если вы его будете заказывать отдельно, то не удивляйтесь, что там оно будет существенно дороже. Я хочу установить уключены на фиш-каяк для гребли парными веслами. Почему менеджер рекомендует выносные уключены? Они большие и тяжелые. Не лучше ли приклеить обычные маленькие уключены прямо на борта каяка? Менеджер делает все правильно. У некоторых производителей каяков я видел опцию, что вот прямо на борта лодки наклеиваются вот эти самые обычные стандартные уключены, которые ставятся на все рыболовные лодки. У каяков средний диаметр баллона 30 сантиметров, а то и меньше. Если установить уключены прямо на баллоны, то подумайте сразу, как вы будете грести. Гребущие руки сразу упрутся вам в колени, в бедра, и гребля будет практически невозможной. Как это допускают те, которые это вот делают вот в серию, мне непонятно. А вот выносные уключены рамные, они выносят точку вращения уключены на приличное количество сантиметров в стороны и не менее приличное количество сантиметров вверх. Это не мешает коленям. Кроме того, увеличенный вот размах этих точек позволяет использовать более длинное весло. И поэтому гребля получается не просто комфортной, но еще и очень эффективной. И, кстати говоря, они не тяжелые. Если вот сама вот эта вот пластмассовая уключина, которая наклеивается на борт лодки, она весит где-то 225 граммов, то вот эта вот вся рамная конструкция, она весит 300 граммов. Ну, на две штуки 600 граммов. Получается то, что это всего на 200 граммов тяжелее, чем если бы мы наклеили вот эти вот стандартные пластмассовые уключины. Какой универсальный якорь подойдет для фиш-каяка? Тип и вес. Дно различной структуры, глубины до 15 метров, водоемы, озера и крупные реки. Да тут даже мудрить ничего не надо. Кошечка 2-килограммовая стандартная вполне подойдет для фиш-каяка. Ну, я, например, не любитель таскать с собой лишние 2 килограмма железа, поэтому я беру наш фирменный каякарь, это якорь-мешок, наполняю нужным количеством грунта в зависимости от течения, от силы ветра. Очень удобно, им невозможно повредить лодку, это не острая металлическая конструкция. Поэтому хороший вариант, советую. Из металлических якорей, кроме кошки, я бы еще посоветовал обрезиненный якорь-грибок, примерно того же веса, там, ну, от 1,5 килограмма там, до 2,5. Якори с тонкими пластинами, достаточно острыми, которые сходятся как треугольники, это там некоторые варианты якоря Денфорта, их не советую. Они, конечно, держат неплохо, но вот своими острыми гранями они могут повредить лодку. Какое самое оптимальное весло, длина, для фиш-каяка, при условии, что мой рост 180 сантиметров? Где-то 220-230 сантиметров. У фиш-каяка очень высокая посадка, поэтому более короткое весло будет менее удобно. Как фиш-каяк идет против ветра? Хорошо идет. Поверьте мне, идет замечательно. Мне нравится. У него из-за формы его носа отличная схожесть на волну, поэтому ход в таких вот суровых условиях у фиш-каяка очень хороший. Что лучше, фиш-каяк или фиш-каяк про? Фиш-каяк, он лучше по мореходности. То есть он лучше проходит волну, лучше идет против ветра. У фиш-каяка лучше мореходность. То есть он лучше идет через суровую волну, он лучше противостоит ветру, его меньше захлестывают. А вот фиш-каяк про, он обладает более высокой скоростью, но при этом меньшей мореходностью. То есть, если у вас достаточно спокойные места ловли, где вы обычно ловите, и вы хотите, как говорится, перемещаться с ветерком, то тогда фиш-каяк про, он быстрее. А вот если у вас условия совершенно разные, и вы не знаете, куда вы попадете, лучше, наверное, обычный фиш-каяк. Кроме того, у фиш-каяка больший объем кокпита. Если вот так вот посмотреть, то у фиш-каяка про кокпит фактически веретенообразный, а у фиш-каяка обычного кокпит прямоугольный, и место там больше. Какой насос нужен для накачивания каяка и сидения? Какое должно быть максимальное нагнетаемое давление? Ну, как понимаю, вопрос, наверное, все-таки по фиш-каяку, поскольку там особое сидение, фиш-трон. Оно считается сидением высокого давления. Но это не значит, что в него нужно надувать это самое высокое давление. Сидение начинает держать свою правильную форму на том же давлении, на котором вы накачиваете основные баллоны лодки. То есть примерно 0,25 атмосферы.
То, что это AirDeck, это только дает возможность дать туда давление около атмосферы, но не необходимость этого. Бомбер ТПУ уже в продаже? Откуда вы знаете вообще про бомбер ТПУ? Разве я про это кому-нибудь говорил? Да, говорил. Отложен на потом, как и все разработки, о которых я говорил в начале ролика. А вам интересен бомбер из ТПУ? Если интересен, пишите в комментариях. Мне приехала лодка в сумке веселенького цвета. Интересно, это какого такого цвета? По какому принципу подбирается цвет сумок, а также сидений? Ему что, и сиденье приехало веселенького цвета? Вообще сумки шьются совершенно разных цветов. Цвета обычно такие яркие, заметные, чтобы не забывали эти сумки на берегу. Это практично. С сиденьями все по-другому. По умолчанию сиденья черные для лодок разных типов. На некоторые лодки при наличии материалов идут сиденья в цвет самой лодки. Но поскольку с ТПУ черного цвета есть проблемы, сейчас черной ткани ТПУ, например, нету, тогда лодки комплектуются ТПУшными сиденьями тех цветов, которые доступны. Чаще всего это оранжевый цвет, и это неспроста. Вот, например, взять лодку Fishpacraft Tank. Чаще всего он делается из серой ткани ПВХ. Сидушка к ней нового типа полагается ТПУшная. Но выбор цветов ТПУ это только оранжевый, зеленый и желтый. Ни один из этих цветов идеально под эту лодку не подходит. Поэтому мы решили, что эта лодка будет комплектоваться оранжевой сидушкой. Почему оранжевый? Потому что это практично. Оранжевый цвет, он очень хорошо заметен. Садясь в сумерках в лодку, вы не промахнетесь мимо такой сидушки. Кроме того, это очень полезно с точки зрения безопасности. Иметь с собой красивый, красный, заметный поплавок, который еще к тому же является воздуходержащим. Очень полезно. Но если вам хочется, чтобы все было по цветовому фэншую, то вы можете отдельно с менеджером обговорить комплектацию вашего танка сидушкой серого или черного цвета, сделанной из ПВХ. Но она будет тяжелее и менее удобной, чем сидушка из ТПУ. Когда выйдет в продажу долгожданная фишка НДНД из ТПУ? Скоро выйдет. Все дело в этих вот карантинных ограничениях. Они, конечно, полезны с точки зрения здоровья, но сильно бьют по нашим возможностям в плане производства и испытания изделий. Поэтому, как только мне удастся испытать фишку под всеми режимами, под всеми моторами, так ее и запустим в продажу. В каких ситуациях предпочтительнее бедренный упор, а в каких пяточный? Бедренные и пяточные упоры, они работают вместе и позволяют контролировать лодку на бурной воде прежде всего. Пяточные и бедренные упоры, они должны работать в паре, поэтому исключение тех или иных упоров ухудшает контроль над лодкой. На бурной воде это особенно критично. Для гладкой воды они не являются необходимыми, особенно рыболовам. Ну, разве что пяточный упор, он позволяет более качественно вкладываться в грибок. Андрей, у тебя на фоне клавиши, ты музыкант? Чё, правда, что ли? А, ну да, вот клавиши, вот клавиши, вот там клавиши, там еще клавиши, и там клавиши. А вон там вот укулеле, а вон там вот гитара висит. Да, композитор-аранжировщик, уже 25 лет этим занимаюсь. На самом деле, владение инструментами у меня далеко не виртуозное, но у меня абсолютный слух, и я очень хорошо пишу музыку в совершенно разных жанрах. Наверное, вы хотите задать еще вопрос, а почему же ты, Андрей, занимаешься лодками? А дело в том, что все, что связанное с водой, это вот лодки, моторы, рыбалка, это вот мое главное хобби. Очень я это дело люблю. Я этим начал заниматься очень давно, с дошкольного возраста, постоянно совершенствовал свои навыки, и вот уже почти 3 года, как я работаю в тайм-триале, являясь дизайнером-конструктором. Когда хобби совпадает с профессиональной деятельностью, то эффективность этого симбиоза максимальная. Ну вот и закончился этот очередной пакет вопросов. Спасибо за то, что вы их задавали. Спасибо за то, что вам это все интересно. Спасибо за то, что вы есть. Задавайте еще вопросы. Самые каверзные, самые сложные, самые заковыристые. Можете даже какие-то секреты попытаться выудить. Но мы про них вам не расскажем.
А можете расскажем. Поэтому пишите новые вопросы, комментарии. Ставьте лайки, если понравилось. Ставьте дизлайки, если мало ли не понравилось. С вами был Андрей Сонар. Подписывайтесь на канал Time Trial. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!